Апошняя падзея в области у матэрыялах корэспандэнтаў тэлерадыёкампаніі «Гомель» у студыі Наталі Ігнатенко. Вітаю вас, глядзіце ў гэтым выпуску. У Гомелі адбыўся прэс-тур прадстаўнікоў кітайскіх сродкаў масавай інфармацыі. Гаспадаркі рэгіёна завершыць яравую сяўбу да 15 мая. Натарыусы правядуць 5 мая бясплатныя кансультацыі. Белпошта прапануе напярэдадні дня перамогі адправіць вестачку ветэрану. І больш падрабязна аб гэтым не толькі. У Гомелі адбыўся прэс-тур журналістаў з кітайскай правінцыі Сычуань. Іх родны горад Чэнду мае пабрацімскія сувязі з Гомелем. Госці наведалі прамысловыя прадпрыемствы горада ГДУ імя Францыска Скарыны, а таксама сустрэліся з кіраўніцтвам гарвыканкама. Дмітрый Котаў даведаўся пра ўражанні нашых кітайскіх калег. Першы пункт у праграме прэс-тура – прадпрыемства «Гомсельмаш». Адзін з найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце мае трывалы і партнёрскія сувязі з Кітайскай народнай рэспублікай. Супрацоўніцтва распачалося ў 2001 годзе, калі ў Кітай паставілі партыю пачаткаўборачных камбайнаў. У 2009 годзе ў Харбіне было створана першае сумеснае прадпрыемства. Другое зараз будуецца ў горадзе Ханьдань. Усяго ў 11 правінцыях Кітая працуе больш як 2,5 тысячы адзінак тэхнікі. Дарэчы, зараз на Гомсельмашы штогод ад экспарту ў Кітай атрымліваюць каля 8 мільёнаў долараў. Да 2020 года плануюць выйсці на паказчык у 20 мільёнаў. Мы дасціглі определённых успехаў, расширена номенклатура выпускаемай тэхнікі. І в бліжайшай перспектіве мы планируем также развіваць сотрудничество не только з совместнымі предприятиями, но і з крупнымі кітайскімі корпорацыямі в части производства новых видов техники, мощных комбайнов, а также научно-технического сотрудничества на территории Республики Беларусь по выпуску маломощной техники. Добра ведаюць у Кітаі і прадукцыю другога буйнога гомельскага прадпрыемства. Кандытарскія вырабы фабрыкі «Спартак» паспелі ацаніць жыхары горада Харбін, дзе адкрыўся фірмовы магазін. У хуткім часе яны з'явяцца ў Шанхаі і Пекіні. Размова пра перспектывы супрацоўніцтва працягваецца на сустрэчы са старшынёй гарвыканкама Пятром Кірычэнкам. Кітайскія журналісты цікавяцца і стварэннем у Гомелі цэнтра кітайскай народнай медыцыны. Яго адкрыццё запланавана напрыканцы гэтага года альбо на пачатку 2018-га. Гомельскія медыкі пройдуць спецыяльную стажыроўку ў Кітаі. Да таго ж, магчыма, што ў цэнтры будуць працаваць і спецыялісты з усходняй краіны. У мяне засталіся толькі прыемныя ўражанні ад наведвання Гомеля. Я тут упершыню. Дагэтуль ніякай інфармацыі пра ваш горад не валодаў. Я асабіста ўпэўніўся, што гэта сучасны горад з вельмі развітай прамысловасцю. Аб гэтым напішу сваім чытачам, калі вярнусь дадому. Спадзяюся, што сумесныя праекты паміж краінамі будуць рэалізаваны. Старшыня гарвыканкама Пётр Кірычэнка выказаў пажаданне, што супрацоўніцтва гарадоў-пабрацімаў будзе дынамічна развівацца. Найбольш значныя перспектывы ў сумесных эканамічных праектах. Дмітрый Котаў, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гаспадаркі Гомельскай вобласці завершаць яравую сяўбу да 15 мая. На сённяшні дзень яравыя пасеяны ў рэгіёне на 80% запланаваных плошчаў. Цалкам завершана сяўба збожжавых каласавых, а таксама кукурузы на зерне. Пасаджаны раннія бульба і цыбуля. Пры гэтым, па ацэнках спецыялістаў, сёлетняя пасяўная, нягледзячы на ранні пачатак, праходзіць даволі складана. Замаразкі, якія прыйшліся на сярэдзіну красавіка, замарудзілі палявыя работы як мінімум на тыдзень. Таму ў параўнанні з леташнім графікам сяўбы ёсць адставанне на некалькі дзён. Ваеннаслужачыя вайсковай часці 1242 рыхтуюць урачыстую праграму, якую плануюць паказаць на сваё прафесійнае свята Дзень пагранічніка 28 мая. Канешне, асноўным заняткам гэтую падрыхтоўку назваць нельга. Галоўная задача пагранічнікаў была і застаецца ранейшай – ахова дзяржаўнай мяжы. Алег Сенцеров наведаў пагранкамендатуру Лоеў. Гэта сапраўды асаблівае вайсковае падраздзяленне. Усе ваеннаслужачыя, пагранічнікі, але некаторыя маюць армейскія званні, некаторыя марскія. Старшыня першай статі служыць побач сержантам, а мічман з прапарчыкам. 18 гадоў таму для аховы беларуска-украінскай граніцы у Лоеве размясцілі групу катараў, на базе якой потым стварылі аддзел берагавой аховы. Сёлета падраздзяленне атрымала новую назву – пагранічная камендатура Лоеў. Пятру Самойленку з Рагачоўскага раёна да дэмбеля менш як 3 тыдні. Кажа, што службе ў пагранічным камітэце застануцца самае прыемнае ўражанне. Колькі раз выходзіў на ахову дзяржаўнай граніцы, адразу ўжо і не ўзгадае, але першы нарад памятае добра. Я пайшоў са сваім старослужащим, мне
очень понравилось. Он рассказывал мне о несении службы пограничных нарядов, как охраняется государственная граница, сколько нарушителей бывает. Не глядячи на то, что главная задача пограничников николи не изменяется, сама служба не тая, что была у часа основания Советского Союза, особливо это тычется бытовых умов. У лексиконе сучасных пограничников на вот такого слова, как казарма, уже не існує. Теперь спальное помешкание. У каждом покое максимум 10 ложков. Причем у каждом свои особливости. У марако, например, подушки у день повинны быть у формы паруса. Особливое для каждого солдата место столовое. Меню складается на месяц. Никто не забороняет родным досылать в часть продуктовые посылки. Але додатковая ежа, звичайно, не потребная. За выключением, максимум, солодкого, у меню шоколаду с цукерками нема, а молодый организм потребуем. Дённое меню на четверг в этом месяце. Плов, салат весновый, суп молочный с макаронами, мясо, рыба смаженная, пюре с бульбы, ну и, зрозуміло, горбата, хлеб, масло. После призыва на военную службу, 3 месяца в учебке и 10 дён стажировки в войсковой части, за каждым молодым обовязково замысованы нехто со старослужащих. У речи охова мяжи – это боевая задача. У нараде у каждого солдат боевой автомат и 2 магазина с патронами. Правда, применять зброю приходится редко. Порушения на территории Ловинской погранкомендатуры здараются, але их ликвидация проходит, звичайно, без применения силы. Нехто порушает пропускный режим, нехто спробует порыбачить у забороненном месте. Гражданская браконьерская деятельность. Вот опять же, в апреле месяце был выявлено 2 гражданина уже Республики Беларусь, жители Гомеля, которые осуществляли браконьерскую деятельность в населенном пункте Глушец Ловинского района. Там у них было выявлено 50 сетей. По традиции, каждый военнослужащий, который первый раз накировывается в нарад по раце, повинен выпить около половы литра воды из Днепра. Такое своеобразное посвящение у мараки. Что касается техничной оснащенности погранкомендатуры, то и она позволяет контролировать межу вельми надежно. Причем, когда ранее эти шкатеры были выключены замежной вытворчести, зараз на узброение уже и белорусские полусродки. По худкости и проходности на территории Ловинской пограничной комендатуры ровных им нема. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоево. Урочистая церемония уручения ордена мати прошла у администрации центрального района города Гомеля. Гоноровую узнагороду отримала работница ясля-усада номер 8 Татьяна Николаенко. Яна разом с мужем выховывает 5 дочок. Дети являются призерами и лауреатами международных конкурсов и споборництвов. Все девчонки занимаются музыкой и играют на музычных инструментах, серед яких фортепиано, скрипка, домра и флейта. До того ж, старейшая дочка Анастасия, кандидат у майстры по конным спорте. На питание об тем, как хапая силы часу на разнобаковое выхование детей и працу, Татьяна Николаенко отказывает с усмешкой. С Божьей помощью, наверное. Он как-то и время дает, и мудрости на то, чтобы это все делать. Потому что вы сами понимаете, что и смотреть за детьми надо, и с ними везде участвуешь. Детей я очень люблю. Если бы не девочки мои старшие, я вообще не знаю, как справлялась. Они, конечно, умнички, помощницы, во всем помогают. И с младшей девочкой помогают, и все делают. И по дому помогают. Молодцы. Гомель с доброчинным визитом наведали представники итальянской организации «Публика Ассистенция» города Эмполи. Вот уже 12 годов яны супрацовничают с Гомельским городским громадским объединением «Дитячий диабет». Две доброчинные организации оживляют совместный долготерминовый международный проект «Валерия». Подчас его дети проходят оздоровление у Италии и, что самое важное, отримливают сродки самоконтролю за узронем цукру у крыви. Без этого немагчимо житё людей, хворых на диабет. Подробязности у Вероніки Ворошилиной. Штогодовая встреча представников громадского объединения «Дитячий диабет» с итальянскими коллегами-партнерами у першиню проходит у таким незвычайном формате. У маленьшее место на березе раки Сош, каля 200 удельников мероприемства, доставил великий прогулочный теплоход. Головные гости рочной экскурсии – дети, которые хворают на цукровый диабет. Громадское объединение «Дитячий диабет» у Гомеле дейничает больше как 30 годов. Зараз оно оказывает допомогу больше как 700 детям и подлеткам, хворым на диабет. У лику подопечных и тех, кто застались без опеки батьков. С итальянской доброчинной организацией «Публика Ассистенция» города Эмполи гомельчане супрацовничают 12 годов. И она оживляет совместный проект «Валерия». Подчас его дети проходят оздоровление у Италии, а так само отримливают сродки самоконтролю за узровнем цукру у крови. Коллаборямо в Белоруссии. Я более 20 лет
приезжаю в Белоруссию. Каждый год я посещаю Белоруссию дважды. И у нас есть в Белоруссии, в Гомеле, два очень важных партнера. Это фонд помощи детям Чернобыля Геннадия Корецкого и ассоциация детский диабет Раиса Гриневецкая. Это очень солидные, очень серьезные партнеры. И мы считаем, что та помощь, которую мы оказываем вместе с ними, действенная. Так званые тест-полоски для людей, хворых на диабет, каштуют неоттанно. А оживлять контроль за узровнем цукру у крови детей треба постоянно. Тому допомога итальянских партнеров соправды отчувальная. Маленькие дети, у них очень тяжело, как можно сказать, дозу подобрать. Поэтому раз 10 мы меряем. Это как бы минимум, можно сказать. Потому что государство дает только 3 полоски. Раньше одну давало вообще. Не хватало, все деньги уходят. Даже вот в пенсии все деньги уходят на полоски. А так... Скажи, ну, конечно, помощь есть. Под дякой за подтримку для замежных гостей стал святочный концерт, подрыхтованный юными гамельчанами. У свою чергу суместный долготерминовый международный проект «Валера» – наглядное подтверждение соправного моцного сябровства между белорусскими и итальянскими семьями и, безумовно, нашими державами. Коли в 2005 году в рамках его реализации допомогу отримали только 11 детей, то сегодня он охопливает 150 детей и подлетков. При сучасном развитии медицины цукровый диабет не присут. С ним можно жить полновартость на долгие годы, коли притримливаться до диеты, принимать леки и не отмовляться от физических нагрузок. И, конечно, подтримка и клопот сбоку необъяковых людей так само обовязково окажут добротворный уплыв. Посол Италии в Республике Беларусь господин Стефано Бьянко узнал о таком масштабном проекте и посетил нашу организацию. Это большая честь. И 40 наших детей были приглашены посольством Италии в Минск на очень серьезное мероприятие. И я хочу еще сказать, что только вместе, только сообщение, когда мы имеем таких надежных друзей и партнеров, мы сделаем жизнь наших детей счастливой и беззаботной. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». 5 мая нотариусы проведут бесплатные консультации. Акция промеркована до Дня Перемоги. На протягу працовного дня с питаниями можно звернуться у любую нотариальную контору региона. Час работы и адресы организации можно удокладнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты. Гомельский филиал Белпошты запрошает 5 мая принять удел у акции «Отправьте вестку ветерану Великой Отечественной войны». Святочные листы доставить ветеранам бесплатно. Доброчинное мероприемство пройдет с 14 до 15 годин у филиале по улице Советской, 8. Усе жадающие смогут подписать поштовые картки ветеранам со словами подяки за мир народной земли. Сегодня наш коллега, ведущий телерадиокомпании «Гомель» Александр Гавейко завитал на встречу с творчей молодью. Она была организована в рамках культурно-информационного проекта областной библиотеки имя Ленина «Гомель у особах». Его главная мета – организовать для читачов гуторку с ведомыми гамельчанами. Александр Гавейко – член Белорусского союза журналистов, автор и ведущий программ телерадиокомпании «Гомель». Свою работу он начал у отделе новинов областного радио. Затем працавал корреспондентом программ «Новин региона» и «Белорусское времечко». В его творчей скарбонце так само телепроекты «Великий тур по Гомельским краи», «Припятское полесье», «Экология Гомельщины». Сегодня Александр Гавейко, автор и ведущий ток-шоу «Головная тема» на телеканале «Беларусь-4». До того ж, он тройчи призер и переможца национальной телевизийной премии «Телевершиня». По часу встречи с молодью наш коллега рассказал об своем творчем шляху и отказал на питание. Организаторы проекта «Гомель у особых» упэўнены, размова с таким мэтанакіраваным человеком обовязково будет корыстной. Я думаю, что зрители, которые пришли на сегодняшнюю встречу, смогут поучиться у Александра многому. И его целеустремленности, и его профессионализму, и его умению держаться, его интеллекту, и, наверное, его жизненной позиции. Потому что у Александра очень интересная жизненная кредо. Если тебе представилась возможность вести необычную жизнь, то ты ни в коем случае не должен от этого отказываться. И я думаю, что вот этот жизненный девиз может помочь нашим сегодняшним молодым гостям. Это старшеклассники наших гомельских гимназий, и это студенты филологического факультета нашего Гомельского университета имени Скорины. Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам доброго вечера. До новых встреч в эфире.